наше прибежище, Он наша крепкая башня, Он наша скала. Поэтому мы непоколебимы. Слава.
возвращаемся домой на следующей неделе, будем еще в Нью-Йорке, Нью-Джерси, и уже уезжаем служить на Украине также, и мы благодарны пастору, что мы можем быть здесь, послужить для вас, послужить для Господа. Мы верим, что в этом присутствии Святого Духа Бог что-то имеет сегодня для нас. И я верю, чтобы мы открывали свои сердца для того, чтобы Бог мог двигаться сегодня здесь, силой Святого Духа. Я просто вначале потом хочу представить мою жену, которая очень помогает мне в служении. Она даст хорошее свидетельство, мы будем петь. Потом сестра Наташа даст свидетельство, мы будем петь и слушать Слово Божие. И мы верим, что Бог будет сегодня нас благословлять. И сейчас моя жена имеет краткое слово поделиться с вами, потом мы споем. Слава Господу! Вы знаете, как приятно быть здесь в присутствии Господнем. И мне как-то вспомнилось место Писания из 1 Коринфа, что дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, но Бог один и тот же, производящий все во всех. Вы знаете, здесь, в Америке, и там, на Украине, Дух один и тот же. Хотя мы в различных местах живем и по-разному служим Господу, потому что разные дары у каждого, но Дух один и тот же. Это так приятно знать, что мы все, мы Церковь Господня, одно тело, тело Христово, которое служит вместе Ему. И там на небесах мы все будем вместе, потому что мы все Его дети. Вы знаете, и мне кажется, что именно в таком сильном присутствии Божьем мы можем жить в атмосфере первой любви. В атмосфере той, когда мы помним, все, наверное, когда мы сердца наши отдали Господу. Это была такая большая любовь, это была такая большая преданность Иисусу. И вы знаете, это именно то, что хочет от нас Господь, чтобы мы всю жизнь свою помнили об этом, стремились к этому и не потеряли первой любви. Я хочу дать коротенькое свидетельство о том, как наша семья пришла к Богу. Мы были традиционными верующими в Западной Украине. Моя семья была очень знатной. Нас все знали. Мой отец был на очень высокой должности в области, и мы были очень почете большом у всех. Но как-то Господь предвидел то, что Он хотел, чтобы мы служили Ему. И в 91-м году, пока у нас три сестры в семье, в 91-м году покаялись мы трое, наша мама пришла к Богу. Но одно еще оставалось, чтобы пришел к Богу наш отец. Отец – глава семейства, тот, кто держал все это, тот, кого уважали, тот, кого все знали, очень гордый, очень умный, очень мудрый человек. Но вы знаете, Господь хотел его призвать. Это было очень чудесно. Вообще было сначала тяжело, потому что он не верил во все это. Он говорил: «Наша семья, да вы что? Что вы делаете, дети? Куда вы уходите? Вы что, забыли, кто вы?» Он не разрешал нам ходить в церковь, он не разрешал молиться, он не разрешал читать Слово Господне. Но все, что мы могли делать, мы доверяли Богу. Мы уповали на Его Слово, на то место Писания, где сказано: «Спасешься ты и весь дом твой». Не было никого, кто бы мог поддержать нас, потому что очень мало верующих было еще тогда в нашем городе. Но мы держались все вместе, мы уповали на Бога и мы молились. Мы молились так, как наши сердца просто отдавали Богу все эти слова, которые были у нас. Это было очень благословенное время, потому что никто нас не мог поддержать. Мы были вообще потеряны и одиноки, но мы знали, что Господь жив. Мы знали того, в кого мы уверовали, и мы знали, что Он выведет нас из этой ситуации. Я хочу подбодрить каждого из вас. Я думаю, в каждой жизни, у каждого человека есть какая-то твердыня. Есть что-то такое, где мы хотим, чтобы Дух Божий действовал, где мы желаем, чтобы произошли Господние изменения. Единственное, что мы можем делать, это уповать на Него, это держаться Его Слова, и потому что Он не изменяется никогда. Он верен, Он жив и Он праведен навеки. Знаете, однажды, через 2 года, когда мы просто уже надеялись, я не знаю, была ли у нас вера, но надежда, она не постыжает, надежда в нашем сердце жила. И Отец подслушал нашу молитву, когда мы спрятались, и мы молились просто, чтобы Господь открыл Его сердце. Он послушал эту молитву, и тогда это было время, чтобы Дух Господень сошел на него. Он пошел и стал на колени, он покаялся пред Богом. Он сказал: «Дети, я теперь вижу, что ваш Бог жив. Я вижу, что это правда то, что вы мне говорили. Это правда то, о чем вы мне свидетельствовали. Это правда то, потому что я вижу это в ваших жизнях. Мы своей жизнью свидетельствовали людям вокруг нас». И вы знаете, сейчас наша семья вся служит Богу. Сейчас мы в том месте, где нас было трое, сестер и наши родители, сейчас уже там все. Вообще-то по-русски очень тяжело нам, если вы уже слышите, наверное. Мы слышим одну песню, в которой говорится, что только Иисус Христос
дарует радость, покой и мир. И наша молитва в этой песне, чтобы Дух Святой сегодня привел новых людей, забрал людей из царства тьмы, привел в царство света, потому что Иисус единый, кто может дать сегодня надежду, даже здесь, в Америке, возможно, в это тревожное время. Не будет катастроф. Ты, Господь, не знаешь.
Я поняла, что у меня нет страха, я не испугалась совсем. Вот в тот вечер родилась эта песня, «Не боюсь» называется. А следующую песню я спою. Была такая ситуация, мне подвели меня, короче. И мне очень хотелось обидеться, и я вот села за пианино. Даже не хотя этого. Человек несовершенный, а Бог совершенный. Он никогда не подводит, он верный. Это пятый мантра.